Ребят, всем доброго времени суток, с вами Артём, и мы начинаем проходить вселенную Стикмана. Давайте это... Блядь, обучение, фигня. А давайте типа, посмотрим на эту игру, это как бы первая часть. Так. Ага. Это удар, это так. То есть, грубо говоря. Ага. Понятно. Суть игры, просто надо бегать и мочить всех. Так, и долго этот уровень будет. А, походу, мы должны убить 1000 Надо будет изначально убить. Ох, нифига, он меня ударил. Вот так вот. Это один из уровней Стикмана. Это как бы первая часть вселенной Стикмана. Я думаю, я знаю, что их точно 5 в Плеймаркете, но я не видел, по-моему, то ли третий, то ли второй в Плеймаркете. Напишите, она есть вообще в Плеймаркете. Если есть, то я обязательно ее найду, скачаю. И сделаю мне тоже обзоры, прохождения. Как бы... ну, играть в Стикман я играл раньше, но я играл в пятую часть, я первую ни разу не играл. Вот решил поиграть в первую на записи, вот чуть не знаю, вспомнил про эту вселенную. Ну это какая-то такая себе, тут просто бегаешь, мочишь всех. В пятой она немного поинтересней. Там есть небольшой сюжет. Ух, нифига себе, он жесткий. Встанешь? Нет. А он еще живой? Ну, постольку он вряд ли будет живым. Ну, я, конечно, понимаю, что нам это дает. У нас оружия нету. Ну, я попробую убить сейчас. Нам еще 10 тысяч. А нет, 1049 противников осталось убить. Ух, нифига себе. Это интересно. Ага. Будем пытаться как бы удару. Нифига себе. Там, кстати, да, ребят, видео с Натаниэль в ближайшее время не будет, пускай Натаниэль болеет, и да. Натаниэль, будь здорова! Ребят, не знаю, давайте я посмотрю, если вам это видео понравится, то я продолжу снимать вселенную Стикмана. Пишите в комментариях, я по возможности, если буду ваши все комментарии читать. И пишите в комментариях, какие игры вы хотели увидеть. И да, ребят, Brawl Stars в ближайшее время точно не будет. Я думаю, его вообще пока не будет. Поскольку, сколько я не знаю, может быть, скорее всего, свой аккаунт Brawl Stars буду продавать. Если у кого-то есть желание, чтобы я его разыграл, пишите в комментариях. Во-первых, я тогда придумаю условия, при которых можно его разыграть. Как бы... Да, мы почти, ребят, сдохли. Так. Не, ну противники все равно есть легкие. Ух ты. Как бы есть противники легкие, есть трудные.
Вот это синий, это прям самый трудный. Все, я труп. Да, все, ребят, мы умерли. Даже уровня не прошли. А их тут, я как понимаю, 2 или 3. Заработали монетки. Ну вот, давайте посмотрим, сколько будет. Вот у нас что, это скины разные. А, шлема, это вкачка у этого. Так это у нас что? Это донат. Вот, давайте посмотрим, сколько стоит вот эта штука. Это купить, это продать. Ага, понятно. Окей. Так, ну давай. Давайте-ка их купим. Ну, 300 таких. И... я думаю, 300 таких. И, пожалуй... а их всего 200? Да, 200, наверное, таких. Все, у нас деньги кончились. Ну вот у нас есть оружие. Вот один пранчик. То есть одно нажатие, или, и пока он не сдохнет. Ну, это, наверное, сейчас больше так убьем противников. Вот патрон летит, летит, летит. Ох, нифига себе. Иди-ка ты в баню, дружище. Ну, а потом дальше летят, летят, летят. Мы их даже немного обгоняем. У нас еще есть патрон на этом автомате. Так, с 3 патрона. Ну, так намного проще, как бы я вам могу сказать. А, это ядерный удар. Давайте его испытаем. Это прикольная штука. Я думаю, что это другой... а, нет, у нас другой, по-моему, следующее. Ну, это вот так вот долго, по-моему. Пускай спрятаться, что у нас там остается. Он даже 4 полетело. Тут больше 4. А тут как будет вообще просто на здесь далеко их тупо мочить.
Ну, с патронов просто куча. Даже эти патроны отгоняем, что прям удивительно. Чувак. Нифига на него ушел патронов. Ну, то есть, чем дальше, чем больше двоих, тем труднее становится. Нормально так все придумано. Неплохо, неплохо. Он чем дальше, тем больше патронов надо саживать в одного. То ли мы вначале прям чуть-чуть патронов сажали, то ли сейчас чуть ли не десяток, не даже больше десятка в одного саживаем. Это прям многовластенько. Ну прям чуть-чуть патронов сажаем. Ну, этот дробовик это уже по два... Да, он по два патрона стреляет. Давайте-ка вот так вот отбежим подальше от них. Беги, 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 беги! А, то есть дробовик нельзя просто взять, сажать. Беги. Не беги туда, беги туда, беги туда, беги туда. Где там еще один был? А, ну он у нас сдох. Он, ребят, дальше туда побежим, но мы далеко убежали. Ладно. Бежим, то есть надо на дробовике зажимать. Вот противников что-то не видно. А нет, вот они, они. Вот так вот. А, типа мы все прошли, это уровень был. Неплохо, неплохо. А, типа можем докупить. Ладно, давайте вот это докупим, как бы купим вот это. Ладно, давайте вот этих, а мы вот этих давайте докупим до 300. Вот этих докупим. А их этих всего 200 можно. Это, по-моему, дробовик, их тоже, по-моему, 200 можно. А мы давайте до 300 тогда догоним. Эх, не хватило. А что у нас это? Котана. Шарики, РПГ, РПГ. Лазерные пушки, пушки, лазерные. Ребят, ну это уже все в другом видео, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока-пока.